сегодня. Татьяна Васильева. Что? Юлия Рубберг. Дмитрий Харатьян. Любимый город может спать спокойно. Иван Подушкин. Джентльмен сыска 2. Надувная женщина для Казановы. Сегодня в 17.10 только на СТС. Зачем нам знать, как ВИЧ попадает в организм человека? Как разрушает иммунную систему? Как и почему передается от одного к другому? Зачем нам знать, что в России ежедневно около 100 человек становятся ВИЧ-положительными, что 80% всех людей с ВИЧ еще не 30 лет, и что многие не подозревают, что являются носителями вируса? Зачем нам все это? Ведь это не наша проблема. Это проблема наших детей. www.stopspeed.ru Здравствуйте, с вами программа «Не только о погоде» и я, Оксана Рубан. Нынче Феофан. Туманы на Феофанах, урожай льна и овса. Есть еще способ сделать урожай богатым. Так на Руси просили ребятишек разбросать по двору льняные и овсяные семечки для угощения птиц. И не просто разбросать, а попросить птиц о добром урожае. Мол, кушайте, крылатые, будем мы богатые. В городе «Весна в Спортланде» – это первый в Хакасии фирменный магазин, который находится в торговом центре «Амыл». Только здесь богатейшие коллекции весенней и летней одежды, обуви и прочих товаров для активного спорта и отдыха.